Сегодня у нас, ну скажем так, последняя из плановых лекций, вот, на тему того, как из вашего дерева разработки сделать что-то, что можно распространять. К сожалению, эта тема тоже очень большая. Я бы с удовольствием на ней потоптался гораздо больше, но у нас нет времени совсем. Вот. И, возможно, я прочту еще одну лекцию уже после праздников или там вот в какие-то темы-то времена на эту тему. Вот. Поэтому сейчас будет такое пробегание по верхам, чтобы было вообще понятно, о чем речь. Вот. В чем идея? Идея в том, что вы, когда работаете с проектом, то, что вы разрабатываете, скорее всего, не будет, ну, то есть, если вы, конечно, не делаете какой-то просто вот из дипломе, даже не дипломе, а какой-то поделие на колени, да, вот, то того, что вы разрабатываете, помимо его жизни в виде исходников, там, на гитхабчике, где-то еще, вот, а вот как раз сегодня, да. Хотя, слушайте, pip install, чем вам не пакет. Сейчас, я, может быть, не очень понимаю вашей просьбы, поэтому давайте чуть позже. Вот если я не скажу, что надо, тогда вы еще раз справитесь, ладно? Значит, так вот, для того, чтобы... Да, значит, ваш проект живет не только в гитхабчике, вот, но еще и нуждается в, скажем так, установке в продакшн куда-то. Вот. Понятное дело, что всегда можно сказать, ну ты вот сделай гит-клон, да, и там прям вот запусти из текущего каталога, и все будет хорошо. И более того, я такие проекты видал. Что еще более того, я такие проекты пытался опакетить, превратить их в нормальные, в модуль, во что-то такое. Вот. Потому что люди, конечно, которые делают маленькие поделия, они, в общем, не заморачиваются деплойментом. Да? Для них достаточно, что, значит, инструмент, ну, программка запускается и работает. Вот. Прежде чем поговорить про деплоймент и про то, как формировать, ну, пакеты, я хотел бы остановиться на предыдущей стадии, на том... У нас был, кажется, разговор про makefile, я вот не помню, был он в лекциях или не было. Вот. На том, как мы себя ведем, когда у нас, в принципе, значит, идет development с файлами какими-то. И не все из этих файлов, вообще говоря, нужно помещать в репозиторий. Это, кстати, одно из требований по семестровому проекту, чтобы у вас в репозитории не лежал трэша. Вот. Значит, что делаем? В очередной раз создаем какой-то проект. Ну, как большие сразу мы сделаем тут в нем. Сейчас скажу. Значит, смотрите. Ну да. Не буду экспериментировать. Сделаю лучше нормально. А, даже не так. Зачем мы сделаем кодир? Надо же сделать венв. Да не ванв, а венв. Вот. Ну, да, сделаем, значит, мы окружение. Я тут, кстати, встретился с таким интересным методом off-source will-to-renv, когда вы virtual-env создаете где-то в кишках временных каталогов, а в текущем каталоге лежит только от него конфиг, и все. Вот. Таким образом, в текущем каталоге у вас только нужные вам файлы. Но мы поступим по-другому. Попробуем сделать какой-то проект, ну, вот так вот. Вот. Ну, вот тут вот у нас ничего нет.
Предположим, тут у нас чего-то есть, да? Значит, у нас есть какой-то файл, ну, питоновский файл какой-то, да? Ну, значит, давайте мы поставим... Сейчас, не так. Мы, значит, во-первых, вот так сделаем, да? Теперь у нас все хорошо с пипом и со всем остальным. Вот. Pip install, ну, какой-нибудь Pylorim, наш любимый. Вот. О, еще и pip проапгрейдим. Вот. Ну, вот какой-то, значит, что-то такое стоит. Да. Так вот, значит, залезем в прош и начнем что-нибудь такое делать. Ну, например, напишем какой-нибудь скриптик, который этим пилоримом пользуется. Пилорем. Да? Пилорем. Это что? Это модуль. А Лоримовсон это что? А это объект. Ну, скажем, параграф. О, шикарно. А скажем, sentence. Да? А, шикарно. Вот, собственно, можно этим пользоваться. Это такой бессмысленный пакет по порождению бессмысленных текстов. Значит, что мы хотим? Мы хотим создать вот такой вот этот самый, да. Ну, хорошо. Значит, вот так вот сделаем. Да, значит, тут напишем import pylorim. Сейчас, надо подумать. Ну, в общем, наверное, не важно. Что там у нас было? Давайте еще задокументируем это. Да, и здесь задокументируем. Как-то так. Давайте проверим, что он вообще работает. Он работает. И вот здесь вот нас подстерегает одна неприятная штука, которая состоит в том, что как только мы потестили наш пакетик, у нас создался в нашем каталоге под каталог pcache, который, вообще говоря, нам в Git хранить не надо. В принципе, понятное дело, что такие вещи банально объезжаются гитом и гитигнором, да? То есть, ну, смотрите, мы можем сказать, ну, во-первых, во-вторых, в-третьих, и
Вот, и в-четвертых. То есть теперь, даже если мы сейчас сделаем вот так вот, и у нас окажется pcache, getStatus нам скажет, что что все хорошо, да, что у нас ничего левого нету здесь, вот, и все хорошо. То есть, в принципе, от какой-то напасти, когда у нас образуются чуждые нам файлы, ну, например, от этой напасти нас может спасти git, в котором можно будет просто тупо взять и удалить все файлы, которые не нужны. Вот. Более того, опять-таки, в принципе, вы можете сделать как? Вы можете сказать вот здесь вот. Вы можете сказать вот здесь вот, в этом самом, в конфиге, в гитовом, чтобы он, сейчас я покажу, у меня это есть в моих настройках, кажется, вот здесь вот, что-то не вижу. Обидно. Ну, в общем, где-то у меня минус F по умолчанию просто прибит, чтобы он вообще никогда не добавлял файлы, которые вы сами не добавили. Ну да ладно, это может быть и не очень важно. Значит, окей, не важно. Важно то, что мы можем управлять этой штукой гитом. Все файлы, которые мы нагенерировали, они, значит, на самом деле, ну, в гит не кладутся. Точно так же не кладется в гит, например, сгенерированная документация. Помним, да, что если мы, допустим, затолкали какую-то документацию, сейчас. Ну вот. Да. Затолкали какую-то документацию в наш каталог, да? Тут надо еще quick start сделать. Как он там называется? Lorry dump. Вот. Ща. Сфинкс. Да что ж такое? Сфинкс. Билд. Просто Sphinx build, что я, значит, что несу? Вот так. Да. А что ему нужно указать? Еще какой-то файл, да? Source dir. А, ему нужно еще подсосать, чтобы он вынул. Ну хорошо, давайте попробуем. Depl proj. А, contents.rst. Давайте мы еще ему скажем файл contents.rst. И там еще автодок должен быть. Я вспомнил. Я вспомнил. Давайте мы посмотрим, как это делается. Ай, не туда. Документирование. Тут где-то должен быть про автодок. Вот. Автомодуль. Во. Во-во-во-во-во. И тут у нас, что там, как он назывался? Lorry dump. Вот.
Ну-ка. Что мы не сделали с автому? А, extensions, вот это вот. В config p. Да. Вот она. Ага, нам придется его сделать модулем. Ну хорошо. Какая проблема? Что не так? Значит, обратите внимание, пока я всем этим занимаюсь, у меня моя это самая моя мой каталог обрастает огромным количеством всякой левости, makefile каким-то, который, в общем-то, мне особо-то и не нужен, да? Документы из интервью не только три, мы еще что-то забыли. Ну ладно, это не важно, что он там не это самое. Чем там не вписали еще в нее? Только три, вот. Ну, это не важно. Вот. Но модуль лорем дамп. А почему у него лорем дамп, не лорем дамп? Расскажите мне, пожалуйста. Может, там main должен быть, а не init. Кто помнит? Может, я что-то путаю? Да нет. Вот же он. А, вот оно что, там еще в индексе. Да. Что ж такое? Что-нибудь не так? А, понятно. Извините, что-то я туплю немножко, но сейчас я перестану тупить. Вот, значит, вот, осталось, что ему не нравится? Но модуль named lorem dump, хотя он тут есть. Потому что надо сначала его было сделать. Ну хорошо, тогда давайте так сделаем. Вот. Значит, смотрите. Все хорошо, за исключением нескольких вещей, которые, собственно, мне сейчас мешают. Первая вещь. У меня наплодилось дикое количество всего, и Бог его знает, что из этого всего мне нужно в проект, а что нет. Но точнее, я-то примерно знаю, что мне нужно. Мне нужен файл conf.py, мне нужен конф.context.rst, мне, наверное, нужен вот этот make файл. Вот.
Мне нужна вот эта вся фигня, да, мне не нужен MakeBot, мне не нужен, и мне не нужны на самом деле содержимое каталога build, вот, потому что то, что в нем генерится, это генерат. И здесь мы снова переезжаем, возвращаемся к нашей теме сопровождения нашего программного продукта, потому что у нас есть, как я уже говорил ранее, три типа файлов, с которыми мы имеем дело. Во-первых, это исходники, которые в принципе лежат у нас на гите, и там лежат только они, то есть это как бы такое определение исходники, это то, что мы кладем в гит. Во-вторых, у нас есть генерат целевой, то есть цель, то есть те файлы, которые, ну, например, собираемся распространять. Ну, например, если мы пишем не просто питоновский пакет, а какую-то библиотечку, в него включаем, то есть модуль на C пишем, который собирается, то получившийся бинарник на C мы будем распространять. Если мы, например, распространяем наш пакет вместе с документацией, а это так мы будем делать, потому что, то вот. Ну, док надо убрать, конечно. Это попытка генерата как раз. Если мы распространяем наш проект вместе с документацией, то документацию это надо сгенерировать из исходников. Исходники при этом это исходники, а вот получившийся HTML, например, это генерат. Это то, что мы будем распространять. Помимо того, что у нас получается HTML-ный генерат, вот он. Мы этом говорили, когда говорили про документирование. У нас получаются отходы. Вот. Промежуточные, которые не нужны никому. Значит, исходники, целевые файлы или файлы для дистрибуции, и посередине между тем и этим генерат, который не нужен вообще никому. И все это надо как бы очищать. Есть, говорю, два способа. Первый способ состоит в том, чтобы делать это руками. Вот. И руками мы, вообще говоря, делаем примерно так. Мы смотрим git status, мы говорим, что на самом деле нам нужно вот это и вот это. Ну и makefile давайте также добавим. Вот, хотя makefile нам не обязательно, сейчас мы посмотрим на это. RST, потому что ну вот, makefile нам не обязателен, а вот все остальные файлы, которые тут есть, они все лишние. Значит, ну этот у нас пропал, потому что мы тут все испортили, а вот это все нам не нужно. Вот. И мы можем сказать смело что-то типа добавить то, что есть, вот это. Добавить в нашу историю разработки. Вот. А все остальное сказать ему git clean -fd, и оно как бы прекратит существование. Вот. То есть решить проблему за счет системы контроля версий, а не за счет наших каких-то усилий. Проблема стоит в том, что мы решили только одну проблему. Да? Мы решили проблему удаления всего. То есть мы удаляем все, удаляем генераты промежуточные, удаляем генераты целевые, только что документацию стерли. Вот. Потому что это хранить в гите не нужно. Если вы собираетесь хранить в гите документацию, вернее не так, если вы собираетесь генерировать документацию и для того, чтобы люди ее читали, не генерируя самим, хранить в гите, то надо сделать совсем по-другому. На GitHub, например, есть специальная такая штука, которая называется GitHub Pages, которая позволяет вот эту сгенерированную документацию публиковать.
То есть вы ее генерируете, вы ее по отдельной ветке публикуете. Человек заходит даже на другой сайт, который называется что-то GitHub.io, ну, короче, с другим урлом. И там вот эту документацию сгенерированную читает. Вот. Вот исходники должны оставаться исходниками и больше ничем. Да? В гид с исходными текстами нет ничего. Мы тем самым удалили сгенерированную документацию, а вот чуть позже мы еще будем удалять сгенерированный пакет. Вот. И здесь нас подстерегает, как это правильно сказать, некая, ну, такая ловушка, которая стоит в следующем. Нам ничего не стоит делать такие вещи руками, вот, которые я сейчас проделал. Но в конце концов задолбаешься, а самое главное, в конце концов ошибешься. В голову приходит идея скриптовать это все, ну, скажем, на питоне. То есть, чтобы вся вот эта процедура сборки и удаления, она была заскриптована. Упаси боже, это делать руками на самом деле. Вот. Хотя бы потому, что у нас есть makefile. В принципе, мы можем, поскольку мы нашу документацию положили прямо в корень, что, в общем, неправильно, но мы это сделали. Видите? Мы можем воспользоваться этим makefile, чтобы помимо того, что генерить документацию, генерить еще и весь проект в целом. Вот. Но, скажем так, если очень хочется кому-то, я просто не помню, правда, у меня была идея рассказать про makefile, если у меня не было лекции про makefile, то давайте ее сделаем прямо на целую лекцию. Это я могу. Вот. А если была, то я не буду больше рассказывать про нее. Вот. Давайте посмотрим что-нибудь попроще. В чем идея? Идея, как я уже говорил, про makefile состоит в том, чтобы автоматизировать сборку. А при этом главная фишка makefile состоит в том, что он очень маленький, очень древний, замороченный синтаксис имеет. Ну, очень маленький, в смысле, очень-очень сжатый синтаксис. Вот. И имеет огромное количество умолчаний, просто вот полный подвал, в связи с которыми вы можете сказать, например, ну, у меня вот тут есть несколько файлов на C, сделай из них бинарник. Вот. И Make догадается, что нужно запустить компилятор C, что нужно посмотреть в переменное окружение CFLUX, чтобы, значит, ну и так дальше, и так дальше. А в случае Python все это намного проще. Вот. Генераты, как правило, очень стандартные все. Ну, например, генерат этого самого документации или бинарный дистрибутив или исходный дистрибутив. Короче, они все довольно стандартные. Поэтому, поэтому что? Поэтому, быть может, надо обратиться к подсистеме сборки, не предназначенной для вот таких отслеживаний развесистых зависимостей между промежуточными файлами, как это в случае Make, что, собственно, главная фишка Make, да? Он строит дерево, граф зависимостей и пересобирает только какие-то куски. Да? В случае Python, возможно, это не так важно. Давайте мы посмотрим, какие бывают подсистемы сборки для Python. Сейчас найдем, у меня где-то было. Вот то, что нам нужно. Пристальное изучение этого списка, это вот аналоги Make, то есть такие собиратели и автоматические выполнятели сборочных действий для Python. Значит, пристальный анализ этого списка показал, что половина из этих пакетов просто умерли. Вот, умерли они по двум причинам. Причина первая, на самом деле Python не требует таких вот прямо развесистых инструментов, как, скажем, тот же C++. Причина вторая, на самом деле, мы об этом говорим попозже, поговорим. Зато Python требует большого инструмента, который умеет делать все сразу. Не только, скажем, забирать пакет, но еще и тестирование запускает, еще и документацию выгоняет, еще, возможно, публикует ее в том месте, где вы публикуете документацию, а еще, возможно, делает continuous integration, куда-нибудь это делать деплоит автоматом. И все автоматом, все одним так сказать, чихом. Вот. Вот такие инструменты на Python есть, но мы в них только одним глазом глянем, потому что мы сегодня все не успеем пройти. Вот. А из всего вот этого многообразия я бы выбрал два.
Во-первых, есть инструмент, который называется Doit. Он такой немножко веселый. Можно почитать про него на сайте. Веселый, видите, какой шрифтик. И я немножко о нем рассказывал год назад. Сегодня я расскажу об инструменте более простом, еще более простом, прям тупом, который называется Ninja. Видите, какой прекрасный сайт. Вообще, сайт офигительный, я считаю. Это современный инструмент, который бешено развивается. Последний релиз, пожалуйста, 28 января 2020 года. Ну вот, аккурат до коронавируса. Вот. То есть, и это очень простой инструмент. У него нету никакой идеи, значит, подпольных зависимостей. У него нет никакой идеи, построение графа, вот этого всего, потому что это, в принципе, для небольших проектов в Python не нужно. Более того, есть инструменты более высокого уровня, которые генерируют эту ниндзевую. Инструмент называется ниндзя, я забыл сказать. Нет, не забыл. Вот. Генерирует ниндзевый такой файл для вашего проекта. И, значит, build.ninja. Вот. Сейчас я посмотрю где-нибудь. Это что? Это примерчик, прям примерчик. А тут где-то был классический синтаксис ниндзевого файла. Секунду. Так, ну он тут сложный. Давайте посмотрим вот в примерчик, потому что примерчик тупой, и мы отсюда все поймем. Значит, в ниндзевом файле ниндзя есть, в общем, в целом три вида записей. В ниндзя файле есть переменные, есть правила и есть действия. Вот. Не действия, а, собственно, эти самые цели. Вот. Ну, допустим, что у нас есть? Мы хотим сделать каталог. Значит, vim, что там, ниндзя, build ниндзя, да, вот так вот называется у них, он называется build ниндзя, да? Во, нам, правда, эту ниндзю придется сейчас поставить. Да. Значит, что мы делаем? Мы говорим, что у нас есть правило руля. Руль, я сказал. Build doc command. Ну, можно по-тупому. Кстати, давайте мы скажем ему make HTML. Только не так вот сделаем. Я сделал тот же трюк, который сделал в прошлый раз. Я уберу вот эту бибячку вот здесь, и он мне нарисует команду, которую нужно запускать. Перейдем из Makefile в Ninja. Make HTML. Жмяк. Ну, там еще, да, там еще этот самый каталог. Да, значит. Во. Ну и тут еще, скажем, Python path, да? Да. Так, только нет, потому что там надо in и out указать, да? Ну, в данном случае, наверное, мы здесь вот скажем out. Ой. Нет, вот это вот у нас. И тут прям можно так вот сказать доллар out, да?
То есть это как бы то, что у нас делается, это таргет. Вот. А инфа-то у нас просто нету. Хотя вот тут можно. Ну, короче, инфа-то у нас просто нету. Тогда мы напишем, что типа build. Что там? HTML. Build. Не build, а build doc, да? А нет, build, да. Build doc. Вот. Чё? Где-то я ошибся? Чем мне нравится? Я все правильно написал? Command online. Возможно, там. О! О, смотрите-ка, все готово. Он, правда, цветным перестал быть, но факт остается фактом. Факт остается фактом. Кстати, обратите внимание, что ему, вообще говоря, нужен статик каталог для того, чтобы работать. Мы его удалили, он был лишним, да? Вот. Смотрите. У нас опять образовалось какое-то количество трэша, вот, но теперь мы знаем, что с ним делать. Ну, во-первых, нам нужно добавить build ninja в да. Что нам нужно добавить? Build ninja. Commit через 2m. Вот. И мы можем теперь определить для этого самого для ninja что удалять. Ninja Depth, Ninja Lock. Вот, наверное, Ninja Depth, Ninja Lock надо добавить просто в эти самые, в gitignore, потому что я бы не стал их удалять. Полезный файл, только их не надо хранить. Не надо хранить. Не надо хранить в Git. Вот. А вот. Вот здесь я бы еще написал что-то типа ruling clean command равняется минус rf, и дальше написали, что там build. Ну, давайте, кстати, определим переменную. Генератез build, здесь, соответственно, точка генератез. Так, можно ли прям всем сказать ninja clean? Минус теклин, да. Чё? Ниндзя сам умеет за собой затирать, зараза такая. Он...
Ну хорошо, хорошо. А кстати, я не знаю, как сделать. О, смотрите-ка. Смотрите-ка, у ниндзя есть свое собственное понимание того, что такое клин. Да, ниндзя делает харакири, именно так. У ниндзя есть само собственное понимание того, что делает клин. Клин удаляет промежуточные файлы. Вот. Или, в случае, если мы говорим еще минус G, генераты удаляют тоже. Ну, давайте посмотрим. То есть это все не нужно. Я вас обманул. Нет. Минус T-клин. Вот, а как удалить еще и... Не, непонятно. Сейчас, секунду. Я это просто никогда не делал. Я говорю, про ниндзю не рассказывал. Значит, сейчас посмотрим. Господи. О чем говорит, что он на темпе, если так? Секунду, секунду. Сейчас я еще чуть-чуть потуплю, а если у меня не получится, просто поедем дальше, а это ну, придется оставить на потом, потому что, чтобы не тормозить. Какая там у нас сообщение-то от нее была? Вот прямо так погуглим. Ну вот, значит, в чем идея? Идея в том, что идея в том, что ниндзя сам понимает. О, какие генераты таковыми являются? Сейчас. Вот. Что является генератами в данном случае? И нет, это баг. Это CMake вообще. Ну вот видите, они говорят, создавайте все-таки, если вы хотите удалить все генераты, прям совсем все, то... Не слишком он, не настолько он, не настолько он, значит, ниндзя не настолько развесистый, и приходится делать свой собственный таргет. Хорошо, сколько там времени? Ну мы позже начали. Давайте мы попробуем все-таки тогда сделать собственный таргет. Да, значит, что там они нам советуют? Боже мой, это CMake вообще.
Вот. Значит, на Stack Overflow нам советуют сделать свой собственный этот. Это опять CMake. Ладно, фиг с ним. Значит, давайте не будем тупить. Напишем что-нибудь совсем странное. Напишем что-нибудь совсем странное. Ну, а... Ну вот, в таком виде она, конечно, работает. Я просто думал, что можно задействовать мозг ниндзя, который знает, что он нагенерировал, соответственно, умеет удалять генераты вот этим самым клином. Но нет, он не настолько развитий. Вот. Соответственно, как видите, практически любую задачу можно свести к управлению с помощью ниндзя. Ну, например, сейчас что-нибудь еще сделаем. Например, реальное создание из одного файла другого. Они не замудрили, они чересчур упростили, Павел. Ниндзя — это низкоуровневый инструмент. То есть, ну вот сейчас я покажу. Значит, так вот. Видимо, здесь стоит сделать паузу, потому что нам еще тупить над разными вещами. Но давайте скажем ниндзя клей. Вот. Обращаю ваше внимание, что хорошее годное состояние у нас репозитории после команды ниндзя клин. Вот, который мы сами же и сделали. Да. Значит, почему я говорил, что это низкоуровневая штука? Показываю. Несмотря на то, что у него много всяких функциональностей, он, как видите, совершенно прост и незамысловат в своих возможностях. Если вам нужны возможности чуть побольше, welcome вот в тот самый в Do It Automation Tool, тоже хорошая штука. Вот. Там, соответственно, помимо, значит, просто команд, есть понятие тасков. У этих тасков есть понятие dependencies, что важно. И в отличие от ниндзя, который просто запускает команды одну из другой, Duet строит вот это дерево зависимости и умеет воспроизводить вот эту, значит, идеологию мейка, когда вы что-то поправили внизу, а у вас целая цепочка в этом графе зависимости изменилась. Значит, это что касается ниндзя. Но этот самый ниндзя, если мы сейчас зайдем на его сайт, где он тут, вот. Он прямо позиционируется как низкоуровневый инструмент, а вокруг него построены системы сборки самые разнообразные. Вы видали сколько? Как мы уже с вами видели, CMake умеет работать с ниндзей. Вот. И из всей вот этой шати и братьи наиболее известный и наиболее распространенный инструмент сборки, одновременно тестирование, одновременно деплоймент и всего остального, это Mizu. Вот. Тут я, в общем, останавливаюсь, потому что это действительно сложная штука. Смотрите. Ну, во-первых, естественно, так же, как все эти ваши ниндзя, он, ну, понятное дело, многоплатформенный. Вот эта строчка меня, конечно... Давайте я сделаю побольше. Эта строчка меня, конечно, смешит. Значит,
Описание сборочных зависимостей, сборочных определений очень хорошо читаемое, но не tuning parsable, то есть то есть это не как бы это описание не является языком программирования. Хорошо это или плохо, вопрос сложный вообще-то. Вот. Значит, помимо того, что Мизон использует ниндзю для сборки, он еще умеет всякие штуки делать. Ща. У него есть понятие как раз правильной dependency. У него есть всякие дефолты относительно того, что из чего получается. Например, смотрите, здесь написано, что проект tutorial, написанный на C, делает executable demo из файла main.c, и у него в dependencies находится нечто под названием GTK 3.0. Все это должно быть переведено на язык той операционной системы, в которой этот Мизон разворачивается. Что это библиотека, какого она формата, где ее искать, как собирать. Короче говоря, это более верхний уровень инструмент, который под собой сгенерит ниндзевский файл, и в этом ниндзевском файле все будет примерно так же, как мы с вами это делаем. Вот, Мизон. Так, на самом деле таких инструментов довольно много, как я уже показывал. Они, правда, все слегка, значит, староватые. Вот, а вокруг них есть еще... Вокруг них есть еще прям большое... Давайте зайдем вот сюда куда-нибудь... Вот, большой инструмент, который называется pbuilder, и вот в нем уже есть привязки и к тестированию, и к значит, проверке покрытия кода, и к деплойменту, и ко всему остальному. Вот это уже довольно здоровый проект, значит, вот... который сразу начинается с установки дикого количества плагинов, всяких тестов сразу написания. То есть, в принципе, если вы разрабатываете большой проект, то, возможно, имеет смысл как раз сразу его делать вокруг pbuilder. Потому что у вас тогда появится фреймворк для вставления тестов в ваш проект, у вас появится фреймворк для вставления документации в ваш проект, и все это будет собираться. Вот. Это, так сказать, куда глядеть дальше. Хотя простейший, допустим, ниндзевский скрипт, это вполне достаточно для того, чтобы хранить наш репозиторий в чистоте и порядке. Вот. А теперь мы переходим к другой части нашего марлезонского балета, которая состоит в том, что вот этот наш проект был бы неплохо превратить во что-то, что может распространяться. То есть, ну, когда мы говорим о распространении проекта, у нас есть три проблемы на самом деле, даже не одна. Ну, на самом деле четыре, но четвертая проблема смешная и неинтересная. Начну со смешной и неинтересной проблемы. Многие люди привыкли к тому, что у нас мы скачиваем один файл, запускаем его, и он работает. Или, например, он делает инсталляцию, инсталируется и потом работает. То есть люди привыкли к дистрибутивам-инсталляторам. В смысле питона это, в общем, довольно странная идея, но люди привыкли. Соответственно, что делать дальше, непонятно, потому что инсталлятор кроссплатформный под все операционные системы – это бред. Инсталлятор на питоне, он будет кроссплатформенный под все операционные системы – это такой, ну, полубред, я бы сказал. Вот. Впрочем, под Windows действительно есть инсталляторы. Есть, да, они даже и под Linux, но я даже их не пробовал. Это какие-то странные штуки. Вот. Некую смешную вещь, если хватит времени, связанную как раз со скачиванием и запуском целого файла, я покажу, но это будет чуть позже. Вот. Значит, что рекомендуется? Рекомендуется, конечно, Setup Tools. Вот.
Прямо на сайте Python.org вас ждет документация под названием Distributing Python Modules, и там все, в общем, написано. Есть прям целая, я уже говорил, целая ассоциация, которая называется PIPA. PIPA. И это люди, которые занимаются Packaging Authority у Python. То есть подготавливают какие-то стандарты по тому, как выглядит пакет. Это дело обсуждают, питоновский. Подготавливают всякий workflow по распространению. Ну, вот это вот всем они занимаются. Вот, вот. Кому интересно, в принципе, эта сторона, можете почитать в пыпе кучу всего. Вот. Серьезные люди. Вот. Нам с вами понадобится Setup Tools и Vue. Если мы хотим наш пакет распространять. Вот. Ну, они все, как видите, есть. Setup Tools был уже поставлен, а Vue вот я поставил. Значит, что такое Setup Tools? Setup Tools – это стандартный метод по сборке питонских дистрибуций. Вот, сейчас я найду, где-то это было. Значит, что нужно сделать? Вот у нас есть какой-то пакет, в нем что-то есть, у нас есть еще тесты, кстати сказать, но мы не сделали, ладно. У нас должен быть файл лицензии README, ну, не обязательно, но должен быть, потому что если мы собираемся публиковаться на этом самом, на ПП, то там без лицензии, без README вас просто не примут. Но в данном случае мы публиковаться на ПП не собираемся, вот, бог с ним. Мы должны создать файл, который называется setup.py. И этот файл, собственно, и будет заниматься превращением нашего кода в пакет и обратно. Ну, давайте. Обратите внимание, что когда мы работали с этим самым, с ниндзей. Это вопрос девелопмента, вопрос разработки, вопрос того, как мы из исходников получаем что-то работающее. А Setup Tools – это вопрос, скажем так, дистрибуции. Да, там тоже будет момент получения из исходников чего-то работающего, но после этого нужно будет еще, например, ну, оформить питоник колесо из этой штуки, ну что-нибудь такое. Ну, тут много всего написано. Это example файл, который я скопировал прямо с сайта packaging.python.org. Вот. Мне кажется, можно в такой форме оставить пока что. Даже в такой форме эта штука уже будет работать. А, нет, стоп, тут надо... Пакет как называется, блин? А, вот readme.md long description. Давайте мы это уберем. Это лишнее. Вот. Это тоже уберем. И это уберем. Хорошо. Что будет, если мы запустим этот файл? Он всосет в себя всю, ну, весь модуль Setup Tools и предположит нам что-нибудь такое сделать с нашим пакетом. Как видите, он много чего умеет. Можно сказать help commands. Вот они. Вот всякие штуки он умеет делать. Обратите внимание, что мы поставили два пакета.
Setup Tools и Vue. И с этим Vue приехали еще всякие интересные дополнительные команды типа BDistVue, BuildSphinx. Обратите внимание, он обнаружил, что у нас есть документация. Вот. Ну и так дальше. Давайте посмотрим, что будет, если сказать build. Пожалуйста. Если перед тем, как делать билд, вам нужно с помощью вашей ниндзя что-то такое поделать, будьте добры, у нас просто время уже почти закончилось. А, нет, мы позже начали, но все равно. Будьте добры, если для того, чтобы перед тем, как сделать билд, для того, чтобы сделать билд, вам нужно с помощью ниндзя что-то такое поделать, посмотрите, как это делается, как дополнительные акции, мы сейчас, может быть, это увидим, определяются в сетапы, чтобы перед тем, как билдить вот это, у вас, значит, произошла генерация чего-то. Кстати, я думаю, что у нас сборка документации не пройдет сейчас. BuildSphinx. Давайте попробуем. Прошла. Ну вообще. Офигеть теперь. Вот. То есть, смотрите, у нас... Вот сюда он положил документацию. Вот сюда он положил buildlib наш модуль. И, собственно, ничего, кроме содержимого этого модуля, для дистрибуции нам сейчас не нужно. Вот. Помните наше упражнение с PDB, где мы, когда его тестировали, как раз говорили setup build. Он нам создавал как раз вот такой каталог с чистеньким модулем. И мы его вставляли в Python path и оттуда запускали тесты, потому что именно так это работает. Вот. Ну вот, примерно так это работает и здесь. Вот. Но мы пойдем сегодня чуть-чуть дальше. И помимо этого, допустим, сделаем ему sdist. Да, sdist, как нам говорит эта штука, это source distribution. Ох, зараза, он называется по-глупому совершенно. Да. Давайте мы сделаем clean ему. А там нет побольше клина, какой-нибудь dist clean существует. Нет, не существует, а жалко. Ну хорошо. Значит, давайте мы его переименуем, потому что мне не нравится вот это вот. Мне вот это вот не нравится. Да. Как мы там его назвали? Лейдум. А, не это место. Не это место. Извините. А где? А, нет, все правильно. Чё? А, потому что не мейк, господи, что я несу? Вот это вот, да? Бу, что случилось? А, потому что все не так.
Да, значит, давайте все удалим, build удалим, вот эту тоже удалим. Внизу впишем, да нет, не сюда, внизу впишем, что мы еще будем удалять dist и build. Вот. О. И давайте еще раз все сделаем с самого начала. Сначала build. Вот. Теперь sdist. Все равно example по КГХе. URL говорит не найден. Ну ладно. И readme не найден. Хорошо. Зря его удалил. Хорошо. Значит, чего я не нахожу сейчас, извините, я не нахожу PKG name here. Может, там надо было какой-нибудь стартовый скрипт записать? Да нет. Во. Я хочу поменять это имя, потому что так оно выглядит, конечно, ужасно. Сейчас, секунду. Найдем это место. Так, блин, а что тут? Откуда оно тут взялось-то? Ладно. Ну вот, хотя бы так. Хотя бы так. Значит, что у нас получилось? У нас получился source distribution. Вот. Который лежит в dist, и вот он, ну, вот этот лишний, естественно, сейчас. Вот. Обратите внимание, что сначала он запустил build, когда мы сказали sdist, потому что ему нужно было сначала запустил, нет, не запустил, не запустил, извините. И тем не менее, соврал. И тем не менее, когда мы сказали sdist, он запустил какой-то. Он все файлы, про которые он знает, что они входят в состав пакета, скопировал в некоторый каталог, а потом его заархивировал. И вот у нас здесь вот лежит файл. Давайте посмотрим, что он содержит. Он содержит в буквальной степени ничего. Вот, но он содержит наш модуль, он содержит к нему паспорт, так называемый egg, яйцо питонье, egg-info, в которой написаны всякие дополнительные сведения, которые он вынул, кстати сказать, из setup.py. Вот, к нему, значит, прилагается пустой readme файл, потому что мы его не сделали, паразиты, и к нему прилагается некоторый pkg-info, который, в общем, даже из чего-то там такое себя представляет. Вот, и это начальная стадия для того, чтобы этот пакет можно было опубликовать на PP. Вот. Но, понятное дело, в такой форме это как распространять исходники, если вы не собираетесь их паковать на PP, а, например, хотите выложить исходник для скачивания у себя. Значит, если мы сделаем bdist binary distribution, не ddist, а bdist, то произойдет другая штука. Он в данном случае ничего страшного не сделает. А если, например, вы собираете питоний модуль, в котором есть исходники на C, которые делают библиотечку, он будет собирать эту библиотечку, потом все это положит в архитектурно зависимый каталог, видите?
В данном случае Linux 8664. Вот. Получается такая цепочка. Положат туда еще и скомпилированный байткодный файл. Это... Ну, такая штука Python, если кто не знает, что Python, поскольку интерпретируемый язык, хорошо читаемый, то вот этот хорошо читаемый язык транслируется в байткод, когда мы его загружаем. И этот байткод, ну, теоретически, он выполняется, понятно, с той же самой скоростью, что и Python, но не тратится время на его трансляцию. Вот этот байткод тоже кладется. Вот. И получился у нас в каталоге dist, получился бинарный так называемый дистрибутив, который имеет префикс, видите, что это Linux x86-64. Вот. В действительности этот префикс ни к чему нас не обязывает, потому что файл на чистом Python. Вот. Окей. Вот эту штуку уже можно как-то... Давайте ее посмотрим, из чего она состоит. Вот. Эту штуку уже можно как-то распространять. Проблема состоит в том, что, видите, оно запаковало туда даже мой домашний каталог. То есть это на самом деле нехороший бинарный дистрибутив. Непонятно, зачем он такой нужен. Конечно же, можно настроить, чтобы вот эту штуку вырезать. Но, тем не менее, это не то, что можно нормально устанавливать. Что можно нормально устанавливать? Нормально устанавливать можно так называемое колесо питония. Это такая единица установки пакетов. Та самая, которой пользуется pip, когда мы его, значит, когда он ходит на pp, он скачивает именно колесо. VHL файл или view файл. Для того, чтобы создать колесо, мы как раз установили, ох, сколько их тут теперь, установили модуль wheel, из-за этого у нас появились extra commands, в частности, bdist wheel. Вот этот bdist wheel, это важная штука, давайте мы на него сейчас сделаем, не pip, а... Вот. Что при этом делается? При этом, естественно, собирается пакет, модуль этот самый, закладывается туда вся инфа для него, вот это вот типа eginfo и вот этого всего. Вот. Формируется, как это, платформозависимый бинарный дистрибутив, а потом этот бинарный дистрибутив, платформозависимый, ну вот, собственно, все файлы, которые в него входят. Из него формируется колесико. Давайте посмотрим, как оно выглядит. О, смотрите, вот наш модуль, состоящий из одного инита, потому что он такой и есть. Вот к нему метаданные всякие. И вот эту вот штуку в VHL можно устанавливать. Давайте проверим, что это работает. Кстати, мы увидим, что оно не работает, но я сейчас покажу, как этой нерабочести избежать. Что мы делаем? Мы берем еще один терминальчик, делаем там очередное окружение. Вот. И пытаемся сделать так: pip install L. Что у нас? Как она называлась? Depl. Prosh. Dist. Anyview. О! Шмяк. И пакет у нас установился. Вот он. Отстань, противная. Вот он. Теперь мы его можем взять и импортировать. Не можем. Не можем, потому что
Для того, чтобы работать с этим пакетом, нам нужен пакет Pylorim, а его мы не поставили и вообще никому ничего не сказали. Помните фигню, когда мы смотрели на файл requirements.txt, ну точнее requirements.dev.txt, в котором были описаны пакеты, которые еще нужно ставить, чтобы все хорошо заработало. Это были requirements для разработки, то есть это не обязательные пакеты, а они нужны только если мы хотим сами участвовать в разработке. А вот зависимости на какие-то внешние модули написать в Python было бы неплохо. Давайте попробуем это сделать. Для начала давайте его удалим. Итак, pip uninstall этот самый lorem dump. Да, уйди. И посмотрим, что у нас происходит, в нашем проекте. Командочка pip freeze показывает, что, собственно, мы понаставили в свой проект для того, чтобы он работал. Это со всей очевидностью независимости для нашего пакета. Это со всей очевидностью для зависимости для его разработки. Да? То есть мы видим, что нам нужен сфинкс, мы видим, что нам нужен ниндзя. Все остальное было притянуто сфинксом и ниндзей по зависимости. Значит, среди этих пакетов есть нужный нам, он называется Pylorim. Я даже знаю, как его... Ну, давайте мы это сделаем. Его нужно вот сюда вот добавить в setup. Сейчас покажу, где. Install requires. Вот так сделать. А здесь написать Pylorim. Вот. Вот после чего, если мы сейчас сделаем колесо, вот, и попытаемся поставить это колесо из из чего? Отсюда. О! Видите, что произошло? Он поставил это колесо, в нем была зависимость на Pylorim, и он поставил Pylorim. Вот теперь это будет работать. Парагариата. Вот мы не сделали тесты. И напоролись на то, что распространяем нерабочий модуль. Какие мы молодцы. Но тест у нас уже времени делать нету. Давайте мы все-таки поправим. Параграф. Вот так. Да? Надо было сделать тест. Ну, хотя бы док-тесту сюда вписать. Что ж мы тормоза такие? Ну и ладно. Жмяк. Обратите внимание, что он все равно сначала копирует, а потом уже собирает бинарник. Ну, не бинарник, а пакетик. Делаем uninstall. Да, yes, yes, yes. Делаем install. И последнее наше. О! It works. Причем, обратите внимание, понятное дело, что вот тут встает вопрос, и на этом я хочу закончить. Тут встает вопрос относительно того, а как же все-таки среди вот этого безобразия выловить реальные исполняемые зависимости, а не зависимости сборочные. Большая часть этих зависимостей, ну, все. Кроме одного пакета. Это зависимости сборочные, нужные для сборки документации и так далее. Кстати сказать, я не успеваю рассказать, как положить документацию в пакет. Будьте добры, разведайте это сами. Там есть, смотрите, там есть вот такая штука. Вот это
большой учебник по Setup Tools. Там есть вот такая штука, которая называется Package Data, в котором мы указываем, какие еще файлы надо с собой таскать и в каком пакете. Вот, значит, это сейчас будет эксперимент полный, я этого никогда не видел, как оно работает. Сейчас найду это место. Это ниндзя. Ща, секунду. Это где-то на GitHub было. Во, PipRex. Значит, есть такой модуль PipRex, про которого говорят, что он generate requirements.txt file for any project based on imports. Давайте попробуем, что нам мешает. Что нам мешает добавить в сборочную зависимость PipRex еще? Вот. Юсыч говорит PipRex. Ну, PipRex. Та-да-да-дам. Он проанализировал импорт, который мы делаем тупо в нашем питончике, и говорит, вы используете пакет Pylorim. Интересно, что будет, что дальше с ним будет. Можно ли как-то задействовать requirements.txt при сборке? Наверняка же можно. Попробуем сейчас. Вот это я просто не помню, и у меня сейчас нет времени разбираться. Давайте проверим. Давайте проверим. Вот уберем отсюда вот это. Сделаем. Здесь сделаем uninstall. И Pylorim мы тоже. Не, не хочет. То есть это надо, наверное, как-то задействует этот requirements.txt. Ну, давайте потратим еще немножко времени. Народ говорит, просто прочтите его, и все будет. Ну, короче, не так все просто, как кажется, потому что не так все просто, как кажется, хотя вот тут народ прям так и делает, смотрите. Ладно, значит, у нас просто вышло время. Короче говоря, я сейчас не могу к стыду своему найти на скорую руку, как сделать так, чтобы этот requirements.txt приехал при сборке пакета, при сборке модуля, эти зависимости приехали в качестве настоящих зависимостей. Ну, за исключением очевидной рекомендации, что поскольку сетапы написаны на питоне, мы всегда можем открыть этот файл, вот, да, открыть этот файл, прочитать оттуда все эти самые, прочитать оттуда все requirements и вписать его в install requires. Вот. Но это, наверное, неправильная идея. Ну, в общем, не важно. Собственно, все. К вопросу о семестровом проекте. Ваш проект должен в себя включать инструкцию по установке таким образом, чтобы я на своем компьютере мог этот ваш проект откуда-то скачать и быстро установить. В идеале я скачиваю файл, делаю ему pip install. В мега-идеале, если ваш проект интересный и имеет смысл его публиковать, вы еще публикуете на pp, и я просто делаю pip install прямо вот из pp. Это просто будет успех. Вот. Значит, использовать какие-то другие средства деплоймента, неравные колесам, можно. Но тут есть несколько, ну, скажем так, я все равно должен суметь это сделать. Я не очень большой знаток всевозможных средств, да, и если вы используете что-то такое, ну, странное, то, может быть, имеет смысл написать хорошую документацию по тому, как деплоить ваш пакет. Обращаю ваше внимание еще раз, что поскольку у нас в проект включаются тесты, переводы, документация и deployment,
три, ну, две из этих вещей, а именно документация и перевод, должны поставляться вместе с вашим пакетом, то есть они должны приезжать в колесе или в чем-то там, что вы выберете в качестве медиа. Вот. Соответственно, ну, мы видели, как в Linux очень просто переключить локаль с русской на английскую. Вот они должны работать в двух локалях. Соответственно, документация должна устанавливаться вместе с пакетом. Вот, ее можно как-то где-то она должна быть. Значит, ну а что касается тестов, то про тесты разговор отдельный. Про тесты должна быть инструкция на сайте, возможно, из одной строки, что я должен сделать, чтобы запустить ваши юнит-тесты и посмотреть покрытие. Например, я должен сказать make test, или я должен сказать ninja тест, ninja вот это с этим отлично справляется задачей, или еще что-то в этом. Вот такой примерно объем требований к тому, что должно у вас происходить с вашим продуктом. Вот. Напоминаю, что чисто в учебных целях покрытие не должно быть стопроцентное тестами, документирование не обязано быть всеобъемлющим. Вот. Хорошо бы, чтобы перевод был полный. Я надеюсь, что у вас не такой развесистый интерфейс, чтобы сделать его неполным. Вот. А вот устанавливаться оно должно, потому что если оно не установится, я не смогу проверить. Вот. Собственно, все. Я хотел ответить на вопрос про Linux from scratch. Ничего не знаю про Linux from scratch. Скорее всего, не буду ничего делать про Linux from scratch. Вот. Зато, если вы пороетесь на сайте Unix, я буквально на днях сделал инструкцию для самых маленьких, правда, на английском языке, по установке одного из наших дистрибутивов виртуальной машины VirtualBox Simple Linux. Я думаю, что здесь присутствующая аудитория это вряд ли заинтересует, потому что правда для самых маленьких. Но вдруг. Вот такие дела. Так, какие еще бывают вопросы? Никаких вопросов. Вот относительно make это старье. Make это не старье, в том смысле, что старое не значит ненужное. Просто ради интереса, вот кто тут говорит про make, ради интереса просто почитайте документацию, что он вообще умеет. Ой, что это? Ну, спасибо, конечно, но я хотел не это. Вот, ради интереса, где тут у нас документация? Чё-чё-чё? А, не туда пошел. Вот. Мегабайт, мегабайт. Такого вот текста. Мегабайт. Так что идея написать что-то более свежее, это идея хорошая, но нереализуемая. Можно написать что-то более простое. Ну, реально более простое. Вот. Например, ниндзю. Так что, если вам неохота осваивать Make, а в случае Python, возможно, это не очень правильная идея, потому что он вам процентов на 98 не понадобится, то можно осваивать ниндзю. Вот. Или Duet, пожалуйста. Ну, собственно, все. Мне кажется, пора заканчивать. Уже, по-моему, время закончилось все. На чем, собственно, спасибо. Значит, я не знаю, будут ли у нас еще лекции. Скорее всего, будут, потому что занятия пока не закончились, и там парочка лекций посреди майских точно будет. Вот. Ну, в общем, до новых встреч.